Hola, amigos, и вечер добрый. С вами Квантум, с вами Агиман и с вами Мехакер. И добро пожаловать сегодня Лаки Блоки плюс русские дороги в GTA 5 онлайн спецвыпуск. Привет, друзья! Подождем. Не, давай подождем. Ты про чё? Я про твое приветствие. Я же сказал здравствуйте прямо одновременно с Мишей. Блять, у меня почему-то микрофон перестал ловить приветствие. Да. Скажи я привет. Скажи всем привет. Привет, не будь. Привет всем. Вот так вот, молодец. Я записи Да, с нагрудной камеры. У нас аудиодоказательство не это самое. Ты понял, да? У нас есть 18 лаки-блоков. Из них выпадает нам абсолютно рандомный автомобиль. На этом автомобиле наша задача проехать вот по этой дороге, пробелы у которой с каждым метром становятся все шире и шире. Кто проезжает дальше, тот побеждает. Смотри, что получается. Мы будем начинать. Мы погнали. Поехали. Подожди, перезапись. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Погнали. Поехали. Так, ну, Миша будет выбирать первый, второй, Гиман третий. Мы определили поочередность выбора лаки-блоков. Миша выбирает лаки-блоки первый, я второй, и Агиман выбирает лаки-блоки третий. 18 блоков, Миша, выбирай себе что-то. Число от 1 до 18. Выпало число 8. 8. Ну, блин, не туда и не сюда почти. 5, 6, 7, 1, 8. 2, Агиман, я правильно посчитал? Амбулатория хипстерская, ничего, вообще нормально. Я вас хотел немножко предупредить. У меня нет ни одного лаки-блока. Вообще ни одного. Ты вовремя это сделал, Агиман, когда мы начали выбирать. Охренеть, как вовремя. Так я только повернулся и смотрю, вообще я не понимаю, куда. Миша, сядь в машину, Миша. Ну, ты Агиманы, конечно. Есть блоки сейчас, Агиман? Да, сейчас есть. Миша, зауштаешь 8-й. Уже сейчас тачку выбросим. И тачку выкини. О, Еман! Отлично, теперь следы долбаные. Как будто отсюда Миша уехал хрен пойми на чем. Продолжаем. Остается 17 лаки-блоков. Я выбираю следующий. Рандомное число от 1 до 17. Это 14. Уф. Побежали, значит, нам туда 17, нужно. 17, 16, 15, 14. Вот. 17, 16, 15, 14. И... Миша, привет! О, здорово, брат. Давай сейчас еще Гиману такая же сняга выпадет, и вообще только, будет только забавно. Это БФ какой-то. Он вообще не едет. Подожди, сколько осталось? Сколько осталось? 15 осталось. 15 осталось. Нет, 16. Алиса, 16. Рандомное 16. Число от 1 до 16. Число 11. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Это... О. Нет, немножко не то, это Мерс. Да, он нам, получается, не брат. Не брат, не брат. Нам Агиман. Ну, тоже немецкий. Я тоже немец, да. Ну ладно, хоть по каким-то там критериям, брат. Готовимся. Это старый японец. Ниссан, типа. Давайте прокачиваться. У кого рация работает? У меня? Ебать. Да, ты же. Скорая помощь. Пацаны, на вызов надо, давайте побыстрее. Таблички, рули, что за тачка такая? Подкрылки, антенны, отделка, двери. Пацаны, один уже отъехал, пациент, давайте скорее. Получается, Гиман виноват. Готовы? Да, так ты там что-то подвеска крыла. Становись, Гиман, садись в тачку. Мы готовы к старту. 3, 2, 1, поехали! Смотри, какие у меня классные колеса, классические. А кстати, ты нормально поехал. Явно на вызов торопишься. Что такой медленный? Вот, понятное дело. Мне не нравится моя медленная скорость. Ускоренная помощь. Это очень медленно. Миша! Я и закончил свое путешествие. Да, бля! О, здорово! Миша, 16 баллов с тобой. Да. Только у вас машины одинаковые. Почти. Жесть! У него поменьше. У нас с Мишей по-братски по 16 баллов. У Агимана как-то все не так задалось, 29 баллов. Но побеждает, он побеждает. Ну, как-то не задалось, ничего себе. Это у вас что-то не задалось. Выбирай, Миха. Число от 1 до 15. Число 15. Да что так сложно считать? Пусть мне грузовик выпадет какой-нибудь. О, Миша, просто вот это топ, походу, выпал. Пикап. Рандомное число от 1 до 14. Там запасные колеса даже есть. Ответ один. Ой, так сложно считать, Миша, что за пикап у тебя, посмотри. Это трофи почти что. Ебать, он прет нормально. Ну, короче, Миша сейчас ракет сделает точно. Единичка. Спасибо. Что это?
Что это такое? Это баги. Это трехколесный квадроцикл какой-то. Квадроцикл. Это три... А, нет, у него четыре Еще колеса. Убью сейчас на нем, походу. Агиман, выбирай. Агиман. Тебе остается 13 машин. Мих, поменяемся, Миха? Не, спасибо. Алиса, рандомное число от 1 до 16. 13. Да, блядь. И не говори. Алиса, рандомное число от 1 до 13. То петух. Число 3. За меня запаску пробил. Ну. Да не запаску, ты мне основное колесо пробил. Фига, у меня что-то это, развал жесткий. Алиса, рандомное число от 1 до 13. Число 12. 12. Последний. Предпоследний блок. Что это за звук? Опять Мерседес, что ли? Да что это тачка, Гиман, только смотри, заниженная какая-то. Да. И модная совсем с обвесами. Готовимся к старту. Да, мой квадроцикл совсем веселый. Уйди нафиг от моего квадроцикла, Миша. Ну доставай его оттуда. Переворачивай его. Я сейчас на твоей машине поеду. Смотри. Что делает? Ничего не делает, стоит на месте ровно. А я, кажется, все. Бляха, муха. Все, я починил. Мы готовы к старту. Второй раунд. 3, 2, 1, поехали! Я думал, я уже сдохну в самом начале, но нет. Фору дам, чтобы погнать вас. Пока. Трындец. Ты вообще старался? Ну как? Я по нашим автобусам проехал. 5 баллов у меня. 5 баллов, спасибо! Воу! От меня фары отлетели. Ну я также приехал. 39. Сколько, Миша, баллов в сумме? 55. У тебя, Гиман? 59. 21 балл. Офигенно, пацаны! Выбирай, Миша, следующий ящик. Число от 1 до 12. 7. 7. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что там, грузовик какой? О, пикапчик. Да что тебе падает? Завышенный. Рандомное число от 1 до 11. Это 9. Это 9, значит. 11, 10, 9. Ну, не так плохо, кстати. Нормально. Что это такое вообще? Он еще едет, Мазерати. Алиса, рандомное число от 1 до 10. Выпало число 5. 5? Выпало число 5. А что ты там ее? Пускай думает, что я дебил. Я не собираюсь никого в этом не убеждать. Смоляй, давай. Я смелый человек. Он едет? Нет. Он едет, без нового лаги. Вагончик не тронется. Я удалю поезд? Да. Что ты хоть перевозил? Санто Спирит. Чему-то сова с мышкой рисовала. Агиман, новый лаки-блок тебя ждет. Давай. Кто это? Ну, Агиманы какие-то жадные выпадают. Готовимся к старту. Знаешь, зато стабильно они едут. Да. Ну да, но у тебя все равно баллов больше, чем у всех. Я уже в Данила тачку хотел залезть. Мы готовы к старту. 3, 2, 1, поехали! Ба-ба-бам, па-бам, па-бам, па-бам. Хорошо стартую я. Па-бам, па-бам, па-бам. У тебя Мазерати, что ты хотел? Обалденно Мазерати едет у меня. Хотел, чтобы Мазерати не ехала? Миша догоняет меня. Блин! Мазерати! Я, пожалуй, перееду. А ты, кстати, меньше бы проехал. Ну, едь. Меня устраивает результат. Фига он передачи переключается с вами. Ладно, я хотел тебе в колесо выставить, потом будешь заново опять. Да, я надеюсь, что этот Мазерати не торчит нигде. Сколько там 41 надел? Посмотри. Давай последний рывок! 6. Ну нет, 61. А Гиман сколько в сумме баллов? А, так смотри, кредит мобиль, стабильность, залог успеха. Давай подумаем. 25 баллов, блин. В сумме сколько? А, тебе в сумме надо, а если сумму, ты сколько я проехал? 84 у меня. Да ладно! А у тебя, Миха? 116. 62 балла, да я в аутсайде что-то как-то стабильненько. Выбирай следующий ящик. Странно, ты же столько набрал. Число от 1 до 9. Выпало число 6. 6. Шерсть. Ау.
Наконец-таки приземленные ему тачки выпадать начали. Рандомное число от 1 до 8. Все равно новее, чем у Агимана. Это 2. Что? Ой, бляха, муха, что это жига, это лада, это лада. О, тебе тоже приземленка. Еще и передний привод. Ну мне сейчас точно лошадь запряженная выпадет. Это 14 или 12? Алиса, рандомное число от 1 до 7. Это 14. Наверное. Выпало число 2. Давай, тоже мне 2. Собаку в ну, почти, почти. Это Toyota Corolla старая, да? Мы готовы к следующему старту. У меня пацанский таз радует глаз, и балок еще не радует. Затонировал еще такой. 3, 2, 1, поехали. Вот это старт. Что-то да, у всех это будет. Жесть. Ускоритель вообще работает. Меня Агиман перегоняет в своей драндуле. А где твой ускоритель, кстати, реально? Так он, что-то я его не почувствовал. Блять, ну ты посмотри на него, что этот шланг отворит ебучий, я куда ехать должен? Шланг? Да почему? Снова меньше баллов получилось. Блин, 18 баллов. Пошли. А где твой ускоритель, Агиман? Миша, сколько баллов? 149. Агиман? Я 108. 80 баллов у меня для хабу. Более всего две попытки. Я числа 20, я не могу его побороть. У меня 29. Ну, это же 20. Всем привет. Здорово, здорово. У нас запись. А что запись? Он знает об этом и специально врывается. Антон, блин, ты видишь, мы записываем. Ты орешь, здравствуйте, здравствуйте. Миша, выбирай следующий чемодан. Лаки-блок, контейнер, ящик. Число от 1 до 6. Один. Давай, один же грузовик с турбиной нафиг. Ну почти. Обалдеть, это Мазда! Нет, это BMW, нет, это BMW. Мазда. Ну по фарам я перепутал. Ну понятно. Ручки на дверях не увидел. Ответ? Один, давай. Один давай, тоже, я готов давай. Уже. Просто взять какую-то малолитражную. О, ну ладно. Нормально. Форд. Классика. Агиман, ты что, с меня это старый Бронко? Алиса, рандомное число от 1 до 4. Выпало число 2. Сейчас тачку взорвешь нафиг. Что ему выпадет, интересно? Что это? Куда вы смотрите? Ну. О! Мустанг? А, нет. А, что это такое? Я не знаю. Обалдеть, прикольно. Похоже на какой-нибудь... Там сзади что-то написано. СРТ Dodge вроде. ДОД. Да это Додж. Додик. Миша, стань справа от меня. Додж, Дуа... Да это ДСРТ, это Доджик. Что? Контумец, отстань, нам интересно. Дуранго. У меня только, блядь, плохие слова понаворачиваются. Додж Дуринда. Что-то у меня она вязкая какая-то, это бэха. Движок забыли поставить, что ли? А у меня она вообще не едет. У меня скорость забыли завести. Готовы? Не, погоди, я не прикачал. Я даже. Готов. Надо тут столько клаксонов на выбор. Следующий раунд. 3, 2, 1, поехали. Данил. Ого, какой я быстрый. Да. Ну хотя бы так. Ну Миша не особо там быстрее. Ты специально впереди меня едешь? Я Агиман такой, там препятствия, что посередине, поэтому я еду. Там, где я еду. Что меня так мотает уже? Оу, на этот раз я меньше всех проехал. Не надо мотать! Не надо мотать! Смотри, Данил фигачит. Ты же понял, что я тебя... Улетел. У меня 49 баллов. Сколько баллов у тебя, Агиман? 138. А у тебя, Миш? 174. Да я догнать все равно не могу, у меня 129 баллов. Долбанный мотоцикл изначала. Выбирай, Миша. Число от 1 до 3. Выпало число 3. 3. 3. И что там у него? Вот это, блин, да. Рандомное число от 1 до 2. Это 1. 1. Спасибо. И не грузовик. Немного колес Audi. Надеюсь, быстрая. Девчата, в кино не хотите? Ого. Там сегодня 17 мгновений весны показывают. Агиман!
Добро пожаловать в клуб, Агиман. Это самые странные тачки сегодня выпадают. Любители классических авто. Смотри, зато у меня какие шпокрышки модные. Шпокрышка, ты шпокрышка. Ну поехали уже. Готов, Миха? Погоди, погоди. Поехали, посмотри, посмотри, двухцветный себе корпус. Интересно, где же, скажем, Миша настолько сильно заебал, блядь, прокачивать свой ебучий автомобиль, блядь. Гудки поехали подбирать на машину. Да, посмотри, что я сделал, теперь не узнать тачку. Да, неинтересно нафиг. В смысле неинтересно? Некрасиво, она со стартом. Сейчас, погоди, я тебе еще сейчас вот так вот ебану нахуй. Вау, это так круто, Миша. Все, это, Миша, это лучшее, поехали. Не-не-не-не, это не лучше. Во, зелёненький, ебать. Отлично, у тебя офигенный вкус, ты дизайнер от бога. Ты готов, Миша? Скажи да. Нет, сейчас еще детали надо подобрать. Их нету, окей, тебе повезло. Готовы? Погнали. Это финал, мы готовы. Тут сейчас вопрос, займу ли я второе место или останусь на третьем. Остаюсь открытым. 3-2-1, поехали. Поехали. Ух, ебать, мой изумрудный чувак даже в дыбы рвет. Манфес, поздравляю тебя с победой. О, хотя бы Агимана выиграл. Даниил уехал, а я приехал. Могли бы мне все машины такие выпадать? Чуть-чуть до 18 не дотянул. Так, у меня 38 баллов. Неплохо. 38 это очень даже хорошо, как я считаю. Ну да, неплохо. Так. Агиман, сколько у тебя баллов в сумме? Подожди, 156 баллов. У меня 167 баллов. Сколько баллов у Миши, мы даже спрашивать. Ну ладно, давайте спросим. Сколько баллов, Миша, у тебя? 191. Ой, иди ты нафиг. Это если бы не мотоцикл для тебя, что я тебе поддавался. Вот. У Миши первое место, у меня второе и у Агимана третье место. Это «Русские дороги». Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забывай про подписки на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Бля, так прикольно. Ты открываешься? Я такой из огня выхожу, как терминал. Так это у Агимана приходит вызов. У него рация на штанах висит. А вы говорили мне. Серьезно? А я не слышу. Какая рация? Это пистолет. С пистолета тебе вызовы? Нет, кобура там. Я сейчас слышал вызов. Не-не, это кобура. А это, да, это Лаки Миша. Что за прикол?